Так, начнем с заката. 13 июля 2021 год, Харьков. И видно, как солнце в буквальном смысле закатывается. Так, за горизонт. 20:32 по Киеву в Харькове. Снимать я собираюсь, в общем-то, сближение. Марса с Венерой на небосводе, 27 минут между ними сегодня будет. Ты посмотри, не настроишься. Но поскольку у нас вот такой закатик, в это же самое время, тоже красота. Да ты посмотри, ну сейчас. И так, не так. Хочу, чтобы по линии горизонта как раз поймать вот где-то так, чтобы было видно, как движется солнце относительно линии горизонта. Красотулечка ты наша. Да, но, к сожалению, это и все. Так, молодой месяц, молодую луну я вижу. Сейчас покажу. А вот Венеры почему-то до сих пор нет. Ну, подождем немножечко. Хорошо. Практически нырнула за дом. Да. Да, можно было прицелиться. Как раз за лифтерскую будку, чтобы спряталась. Может, в следующий раз так и сделаем. А пока... Сейчас покажу. Месяцок. Так, это была выдержка 8000, 1/8000. Сейчас 1/100. Озвучиваю и для себя, и для интересующихся настройками. Это фотоаппарат Nikon Coolpix 5000. Я сразу говорю, во избежание очередных вопросов, комментариев, что за телескоп. Это фотоаппарат на штативе и все. ISO 125. Сейчас. Всего денек разницы. Вчера совершенно не мог я поймать молодую луну в кадр.
Может, конечно, из-за большей дымки. Дымка была побольше, чем сейчас. Ну и кроме того, конечно, гораздо более узкий серп был. Серп лунный. Да что ж ты будешь делать? Как же мне тебя поймать? Хочу навести себя на линию терминатора, где свет и тень сочетаются. Пока еще дневное освещение. При свете дня. Тем же вечер. Но при свете вечера такого выражения вроде нет, хотя теперь уже есть. Ух ты! Это не инопланетяне, это какие-то мушки, птички рядом с камерой пролетают. А луна от нас 382 тысячах километров. О, вот вам тесты Рорсаха. Так, все, ничего не трогаю. Хорошо. Значит, это дубль. О, все, я вижу Венеру. Только хотел сказать, что этот дубль будет посвящен Солнцу и Луне. И тут же увидел Венеру, а только как в нее попасть. Ну, давай с какими-то ориентирами на Земле сверимся. Значит, между лифтерскими будками. Венера между лифтерскими будками. Вот она. Чудесно. А ниже нее чуть попозже увидим и Марс. Конечно, Марс, кстати, сегодня в Офелии. Это такое странное слово, только сегодня на него наткнулся. Такой вот я любитель астрономии. То есть на максимальном удалении от Солнца. Так, ну что, у нас почти полный комплект. Есть Луна, есть Венера. Осталось подождать Марса. И можно сказать, вечер удался. Так. А до Венеры 213 миллионов километров. На 1 миллион километров ближе, чем вчера, нам это сильно не поможет. Сразу говорю.